Всем добрый день, здравствуйте. Сегодня в дни карантина, вот так как у нас карантин в Италии, мы не выходим, сидим дома. Ну, мы можем, конечно, выйти в магазин, у нас не совсем все закрыто, у нас желтая зона, мы не совсем на карантине. Сегодня хочу вас повеселить. Мы сегодня с Массимо снимем для вас видео о том, как мы с ним познакомились. Давайте начнем. Немножко солнца, он сидит просто на солнечной стороне, немножко мутно. Да, вот утро варме. Су интернет. Сито. Сито. Мы познакомились с ним на сайте знакомств. На самом деле это был самый дурацкий сайт знакомств. Итальянский, называется Лукпедио. Я нашла его в Ютубе. Одна девушка рассказывала, как она вышла замуж за итальянца через этот сайт. Я решила попробовать, почему бы и нет. И я перелистывала многие фотографии, увидела фотографию моего мужа, он в море, торчит одна голова, и я поставила только лайк. А потом, вот это гвардарамеопол, такой же ты пенсар. Che non era vero, non era vero niente, come tutte le cose su internet, però quante volte sono vere? Когда он увидел первый раз мою фотографию, он подумал, нет, она не настоящая, это, скорее всего, какой-то фейк. Он решил все-таки со мной познакомиться и перейти до Ведермия Примовольта. No, dopo io ti ho fatto venire in Italia, anzi, prima io volevo venire. Aspetta, scusa, no, prima tu dove vedere Primavolta me? Skype. Su internet, Skype, Skype, sì. E quando tu apri Skype, cosa tu pensare? Che era vero, anzi, ancora non ero sicuro. Когда он открыл Skype, он понял, что... Как бы это видео, а invece no. Что я все-таки настоящая. И мы решили общаться. Поначалу я сомневалась, получится ли у нас, не получится, потому что изначально мне он не очень понравился, он был какой-то не очень хорошем настроении, потом мы начали разговаривать, много смеяться, веселиться, и подумала, ну окей, попробуем, что получится дальше. Таким образом, мы общались в течение 2 месяца. Dopo cosa ti parlare vai? Italia. Да, и через 2 месяца он мне предложил приехать к нему в Италию. Я сказала, окей. Первый раз мы встретились с ним в Риме. Он встретил меня в аэропорту. Оба очень нервничали. Quando tempo ti aspettare Аэропорту? Un paio d'ore. Due ore e mezzo. 2 часа он ожидал меня в аэропорту. Он все время переживал, что я не прилечу, что я его обману. Но я прилетела, и мы... Массимо снял отличный номер в центре Рима. Мы гуляли, веселились. И... Нет. Он хочет выпить, потому что он нервничает. Окей, Массимо, коза твой? Абсолют водка. Абсолют водка. Массимо любит водку. Не на постоянной основе, но все-таки, когда нервничает, может немножко выпить. А как я? Окей, давайте продолжим. Итак, мы провели вместе 3 дня. Провели вместе 3 дня, потом я... 4 часа. Потом мы разъехались. Я думала, что на этом наши отношения закончатся. Но как только я вернулась домой, он начал мне писать, как ты добралась, все ли хорошо, все ли отлично. Буквально, когда до потого ревара Украина? Потом в конце февраля он говорит, все, я приезжаю к тебе в Украину. Я была, конечно, немножко шокирована. И в конце марта Массимо уже приехал ко мне сначала в Киев. Приехал в Киев. И коза тепячо. Тепячо Украина? Molto bella, molto bella. Molto, molto bella. Ему очень нравится Украина, ему очень понравились украинские женщины. Ему понравился Киев. Киев, в Киеве. Ты рекорда квеста джипси донна? Си, лей, Рума. Йо браво, ту но. Один раз, когда мы сидели в кафе на улице, к нам подошла цыганка и начала просить денег с ребенком. И я Максиму говорю, нет, она цыганка, не надо. Он начал что-то с ней разговаривать, и она начала отвечать ему на итальянском языке. Мы были очень сильно удивлены. Она сказала, что некоторое время она жила в Италии. И немножко разговаривает, и потом она мне сказала, ты хороший, она плохая, оставь ее. Мы очень долго смеялись над этим всем. А потом мы встречались в течение года, ездили туда-сюда обратно. Quando prima volta tuo genitore vedremo cosa loro pensare? Non so, io pensavo loro felici.
родители Массимо говорят Феличи, ему, родителям я нравлюсь, они очень хорошо ко мне относятся. Мы часто ужинаем, обедаем вместе, особенно на праздники, мы всегда вместе с собакой. Perché noi vivere insieme cane? Colpa tua, tuo regalo. Почему? Я voglio beagle. Почему у нас появилась собака? Кане suo, но мне. Собака моя, он говорит. Почему? Потому что, когда я переехала в Италию, я жила здесь одна, он все время работал, и мы решили завести собаку. Почему бигль? Потому что я хотела бигля. Я никогда не имела собаку именно этой породы. Но она очень активна, очень активна, не минуты покоя, постоянно чего-то куда-то лезет, видите, сидит на руках, особенно когда ей хочется, чтобы ее почухали, она обязательно бьет лапой, чтобы ее чухали. Массимо эту собаку подарил мне на день рождения. Мы ездили в другой конец города, выбирали эту собаку. Почему мы назвали ее Цунами? Perché Цунами? Perché è saltata sopra tutti gli altri fratelli e sorelle. Così. Потому что вот таким вот способом, когда мы зашли выбирать собаку, она первая прыгнула таким образом и начала выпрыгивать из клетки, где были остальные щенки. И мы решили назвать ее Цунами и выбрали ее. Я немножко переместилась, чтобы не было так засвечен кадр. Cosa tua famiglia, cosa tuo cucini, cosa pensare per me? Bah, tutti bene, guarda, sia i cugini qui a Roma, sia i cugini che stanno all'Argentario dove mia zia. Tutti bene. Tutti bene. Ma loro perché non conoscono te? Я спросила, как относятся твои родственники ко мне, братья, сестры? Он сказал, да, все хорошо, те, которые живут в Риме, те, которые живут в Тоскане, все хорошо ко мне относятся. Только потому, что они видели меня один раз. Но на самом деле это не так, они меня видели достаточно часто, и все ко мне хорошо, дружелюбно относятся. Вообще итальянцы, по сути, своей дружелюбная нация, они ко всем хорошо относятся. Коза? Solo mia zia all'Argentario, ti ha detto... Quando conosci bene Massimo, tu lasci Massimo. Тетя, когда увидела меня первый раз, она сказала, смотри, когда ты будешь знать хорошо Массимо, ты оставишь его. Я сказала, нет, я его не оставлю, у нас все хорошо. Тетя говорила, что я лучше Массимо. Ну, многие почему-то так считают в Италии. Ну, Массимо на самом деле очень хороший, очень добрый, очень замечательный, я его очень люблю. Ну, а так, в преддверии праздника мы будем ставить сейчас термосифон. Нам, я уже говорила, нет, наверное, еще не говорила. У нас на кухне холодно, потому что у нас кухня построена с террасы. Мы хотим поставить батарею. Завтра придет работник, который будет нам это делать. А сегодня нам нужно прикрепить батарею к стене. Так что Массимо сказал, давай быстрее, сильно не затягивай. В общем-то, надеюсь, вас повеселило немножко, рассказала. А, с нами в эти дни дети мужа. Они чем занимаются? Чем занимаются наши дети? Тем, что они все время играют в компьютер. Вот здесь на кровати с собакой сидит младший, в другой комнате сидит старший. Так что давайте пару слов. Если вы слышите, вот так все время у нас происходит. Дети в Италии очень сильно эмоциональные. Они постоянно, когда играют, кричат, поют, ругаются. И постоянно вот так вот такое вот у нас происходит. У нас не бывает скучно, когда дети в доме. Давайте отцу, Мицуми, Веникуа. Иди сюда, покажись моим зрителям. Вот, посмотрите, вот видите, когда она хочет, чтобы ее почухали, она все время... Я убираю. На вою. Видите? Она все время загребает мне лапы. Это у нее такая манера общения. Конечно, в итоге мы с ней упали. Она меня разболела. Короче, лошадь здоровая. Также собака. Очень эмоциональная. А если мы не хотим с ней играться, она начинает с нами ругаться. Вот так она себя ведет по-хамски. Вай, Фори. Фори для нее самое большое наказание, когда мы ее выгоняем с террасы, закрываем дверь. Вай, Фори. Ну что, на этой позитивной ноте я буду заканчивать свое видео. Цуми, иди попрощайся.
Иди сюда. Смотрите. Иди. Опа! На этой позитивной ноте Цуми Гвардаква мы будем заканчивать наше видео. Всех люблю, целую, всех хорошего настроения, всех с праздниками, Нового года, счастья, удачи. Пока!